Мощный грозовой фронт внес коррективы в планы межрайонного Щелковского водоканала. Из-за перебоев в электроснабжении, вызванных разрядами молний, приостанавливалась работа водозаборных узлов. Неизбежно в сетях водоснабжения появлялись взвеси, которые необходимо своевременно удалять. Были многочисленные отключения на электросетях. И качество воды у нас ухудшилось в связи с запусками, перезапусками систем водоснабжения. И поэтому глава дал поручение межрайону Щелковского водоканалу промыть водопроводную систему. В микрорайоне Богородский водоканал согласовал время промывки с управляющими компаниями, и те перекрыли вентили на вводах в дома, чтобы взвеси случайно не попали к потребителям. О проводимых работах жители узнали из объявлений на подъездах. Так как система имеет закольцовки, в контрольных точках мы установили компрессор и гидрант, с помощью которого мы сбросили грязную воду в канализацию. На данный момент вода нормативная. Мы это видим по цвету воды. По лабораторным исследованиям принимаем решение, достигли мы результата или нет. На выпуске из системы водоснабжения, где был установлен гидрант, мы визуально оценили качество ресурса. В течение часа под давлением 3,5 атмосферы вода циркулирует по сети микрорайона. Но сейчас проверим ее качество. Ну что, чистая и прозрачная вода. В это же самое время по поручению главы округа бригада Литвиновского участка водоканала промывала уличный водовод в поселке, где из-за грозы также были перебои с водой. Система у нас кольцевая, здесь конечная точка. Отсюда производится промывка. На ВЗУ стоит компрессор, который подает воздух. По окончании промывки происходит после того, как мы смотрим на состояние воды, мутность, вкус там, ну все вот такое. Сколько вот уже времени прошло? Мы уже полтора часа вот это делаем. В Литвинове центральной системой водоснабжения пользуются жители 15 многоквартирных домов и социальные объекты. Водоканал промыл свои магистрали. Теперь за дело берется управляющая компания «Квартал недвижимость». Нужно смыть отложения со стенок труб на внутридомовых сетях. Протяженность общей у нас сетей в домах 6400 погонных метров. Сотрудников задействованы мастер участка и 5 слесарей. Запорная арматура у нас закрыта на вводе. Открываем, сбрасываем. Затем постепенно открываем запорную арматуру в дом, заполняем систему, в конце сбрасываем все, вода чистая. Результат промывки сотрудники УК проверили у тех, кто за воду платит. Когда ее наливаешь, то есть белый налет сначала, а потом уже все нормально. Она отстаивается и хорошо. Сейчас не вижу, сейчас нормально. Щелковский водоканал распланировал промывки водопроводных сетей на месяцы вперед, а ближайших можно узнать на сайте ресурсоснабжающей организации или в своей управляющей компании. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.